14 апреля. Вот так вот тут потихоньку добавляется воды. Позже еще дожди пойдут, тоже еще добавятся водички. Оживает пруд. Растение начинает расти уже, оживать. Такая вот пока что вода по цвету глины. Вот это вот в прошлом году эту часть разрыл. Вот так. В прошлом году на сантиметров 20 было больше воды. Еще добавится, я думаю. Растишки оживают. Так смотрел там потихонечку, эти ручейники ползают, развелись все-таки. Хотел, чтобы они чистили пруд побольше и для корма рыбы. Тут ранее весной нечатка была, где свежеразрыта. В общем, она повсплывала. Я немного ее выбрал. Потом смотрю, она сама пропадает. Уже не зеленая становится, такая более коричневая и пропадает. Вода, конечно, немного мутнее. Но... Так, такие глиняные пруды. Видно, уже эти караси, они по дну там плавают. Мутят воду, ковыряются, то есть она более мутная. Там поплыл косяк. Петрушек. Прикармливаю их, но они что-то не хотят еще кушать мальки, рыбки-то. Вот там вот прикормка. Посмотреть, что они тут едят, корм или нет. Не, грызут все-таки, едят. Уже раньше не кушали, а сейчас уже пошли. Кушает понемногу. Уже можно кормить, а то за зиму ничего не подросли. Такие же мелкие пооставались практически. Ну, еще надо будет карасей наловить. Накидать, чтобы удовольствие не подросли, хоть можно было для еды. Тут вот это вот сделал такой остров, получается. Зимой за месяц вырыл вот это вот расширение такое. Сейчас пока нету времени, надо огородом заниматься, блин. Такое какое-то время, да, дурацкое, блин. Это война, блин, тоже помешало рыть. Ну как тут самое ближе такое за 5 километров какие-то ограды прилетали. В основном бои там за 20-30-40 километров были. Ну, а авиабомбы, конечно, далеко слышно, и взрывы техники тут
открытая местность, далеко все слышно. Так, чё, блин, совсем не удивлен происходящим. Человечество зашло в тупик. Говорится, такой вот в Украине трещина пошла всего этого обмана и заблудшего человечества паразитического, которое только потреблять хочет максимальную выгоду, уничтожая природу. Вот потихонечку начинается этот бред. Как это еще не так уж только начало. Перевооружаться он через лет 12 уже будет грызться по всему миру более серьезно. Ведь природа, как говорится, паразитов столько не держит. Не хотят отказываться от такой идеологии, все ради людей, блага, комфорта. Естественно, оно рано или поздно приводит к войне по нарастающей. Так оно, всякая эта политика, блин, свидетели золотого миллиарда проявляются. Так что так вот тут хоть в своей местности пытаюсь спасти природу. Конечно, что же я один человек, блин, что я вот это разрыв, это совсем мало. Буду стараться вот за пару лет, может там еще надо приспосабливаться к этому, так продумано все это делать. А тут и растения надо будет, кусты какие-то, кустарники затенять. Потому что такие открытые большие водоемы тоже не годится. Надо более такими каналами. И туда буду дальше рыть. Там еще большое такое озеро сделаю. А то мало ли что вдруг какие-то снаряды будут лететь. Поглушит всю рыбу. Так вот, вот. Птичкам уже будут те водички попить, и животным прибежать водички тоже попить. Так вот, приходится Дедом Мазаем быть. Такие вот здесь уклоны, блин. Надо, блин, засадить тоже. Я, наверное, малиной постараюсь засадить. Побольше малины всяких. Таких еще надо там тоже для корма рыбы шелковицу посадить рядом. Где-то будет продумать. Кучу всяких таких. Здесь я тут хотел тоже вырыть такой канал для размножения планктона. Ну, блин, из-за этой войны что-то, блин, так неохотно все это вяло пошло, блин. С открытой, как говорится, челюстью сидишь, смотришь этот телевизор. Ну, не телевизор, интернет. То есть надо будет начинать. И гору тоже надо будет еще доделать и засаживать. Тоже такие, да, стоки. Делать. Так что так вот пока что.
тоже это глина, блин. В общем, много очень работы, даже уже в этом году, наверное, не столько расширения надо делать, а сколько приводить в порядок, потому что и там это тот берег тоже такой себе, не особо, особенно этот свежий, тоже навести порядок. Антонов, конечно, что-то не особо видно. Рыбки, наверное, скушали, слишком много мальков. Может, окуня или хотя бы щуки поймаю, щук. Запустить надо будет. Вот.